А, всем привет, будем открывать посылку. Продолжение темы. Еще один этот. Я взяла один Вене, один Эми. О, вот это я долго ждала. Наконец-то! Вот что я себе купила. Потому что я замучилась носить тяжелые. Замучилась. А ну засунь как. Вот такая сумочка. Она застегивается. Слабенькие, как это сказать, швы. Я ожидала, что она будет чуть-чуть больше и прочнее. Ну, посмотрим, сколько она мне прослужит. Стоила она недешево, порядка 10 евро, я бы сказала, где-то. А как она застегивается? А, вот. То есть идешь просто вот так. Просто идешь вот так за покупками. А если тяжело, если много, то раскладываешь. Ну, посмотрим. Сейчас я его сделаю. Вот. Ага. Еще хорошо. Тут это есть такие штучки. Органайзер для платьев для Эммы. Еще такие. Хорошо, я сейчас буду делать. Для меня. А вот еще пришло наушники. Представьте себе, я покупаю здесь наушники уже раза... Сколько я считала? Ну, больше 5 раз я уже покупала наушники, которые стоят тут в китайском магазинчике самые дешевые 10 евро. Вот именно вот такие я хочу. Они не выпадают у меня из ушей. А здесь в тему я увидела, и у меня в одних... Перестал одно ухо работать. Ну, со временем. Я одними, наверное, очень долго пользовалась. Другие купила, оно сразу одно ухо перестало работать. А здесь я увидела, по-моему, евро 50, да? Может, чуть меньше. Представляете, сколько можно за 10 евро купить таких наушников на тему? В общем, я купила испытать. Они неудобные. Мне удобнее. Давай, надень их. Надень. Что, это не такие, как у меня? Надень. Это какой? Это правый. Может, это не такие, как у меня? Где правый? Я не знаю. Тут должно быть написано. Видишь, не написано. Вот, это левый. У меня не отлично. О, еще хотела одно сказать. Вот, это не похоже. А, это не та, которая это. Вот это если на то, не на то ухо одевать, тогда оно не это... Сделала подставку эту, и она узенькая, я хотела пошире. Вот. Надо было мне пошире, потому что... Сейчас покажу. Потому что у меня вот две такие штучки, я их планировала рядышком повесить. Я смотрю низ. А, то низ узкий специально. Ну, вот она только влазит одна. А мне надо, чтобы было две. И я смотрю, оно еще и центр тяжести падает, если сюда я напхаю вещей. Хотя они, в принципе, пихаются и туда дальше. Надо попробовать. Вот. А сюда я планировала Эммины платья, которых тоже, в принципе, немало. А, и что мне теперь делать? Еще такую покупать? Или эту кому-то продать? Купить себе длиннее? Сейчас буду думать. Да, с таким грузом, если сюда вешать, оно переворачивается, конечно. Это если вешалки вешать, то нормально. Для вешалок отлично. Придется эту отдавать и купить себе больше, шире. Ой, жалко. Давай, Эмма. Веня, вперед. Поем. Собрался однажды корабль бумажный, переплыть океан, где шумел ураган.
Утемали пули, другие тонули. Но Бог доверял, Бог уже скрывал. Начинай путь с Христом, начинай путь. Доверяй путь Ему, доверяй путь. Доверяй путь. И пусть знает каждый, ну шо, и месяцу не порадовались, как наши шкафы упали. Ножки начали внизу, ну вот это не ножки, а основа, она начала чуть кривиться из-за тяжести. Тяжелые как бы вещи много, дети постоянно ложат, берут и... Я кусок сердца отпала от меня. Решила я пока использовать эту штуку. Вот я уже сюда навешала вещей. Так она не перекидывается, если вот именно под вешалкой. Это Эммины платья. Ей теперь, конечно, удобно брать. Так, потом сделаю. Вот. Ну и своим. Они чуть по длине, там некоторые длинные платья не влазят. Ну, такое. Конечно, она слабенькая, эта штука. Если на нее вот это столько напхать, у меня здесь на каждой вешалке по 3, по 4 вещи. Юбка, платье, рубашка, пиджак. Юбка, платье, это, рубашка, пиджак, кофта. Ну, то есть, очень много. Оно очень все тяжелое. Ну, именно платье легенькие такое. То она, конечно, еле стоит. Вот. Ну, зато я освободила подоконник частично. Вот. А те мои вещи сюда повешала, вот эти два этих органайзера, и туда впхала свои вещи. Ну, теперь куртки висят вот здесь, некрасиво куртки висят. Ну, пока так будет. Что-то я никакой обустройщик... Не нравится оно мне все, но не знаю, вещи, так я не люблю некачественные вот вещи, когда покупаю, то даже бывает дешевые, дорогие, неважно, бывает, как эта точилка, она вроде, ну я не знаю, это вообще дешево или не дешево, ну короче, покупаешь где-то что-то, в принципе, этот органайзер тоже не дешевый, я бы не сказала, что он там сильно дешевый, 10 евро, ай, вот, не люблю покупать вещь, которая ломается, которая не... Ну... Поем.
потом у меня палец 5 недель будет вот это болеть. Где? Ты же гитарист, у тебя должны пальцы быть привыкшие.